Продолжая подготовку к играм, футболисты многих стран прибыли в Сеул на предолимпийский турнир. Советский Союз представлен сборной клубов страны. В первом матче соперником советских футболистов была сборная США. На 19-й минуте Сергей Горлукович забил красивый гол. И хотя у нашей сборной были еще моменты для взятия ворот, игра так и закончилась 1-0.